Главные события города и региона. Здравствуйте, в эфире новости Тольятти, в студии Иван Шумилин. Сегодня, 9 августа, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечает свой день рождения. Жизнь и карьера главы Самарской области неразрывно связаны с 63-м регионом. Уроженец Куйбышева Дмитрий Игоревич начинал свою политическую карьеру на Самарской земле. В 2009 году вошел в первую сотню кадрового резерва президента России. А уже в 2010-м был избран мэром Самары. За 4 года работы на этом посту Дмитрию Азарову удалось улучшить практически все показатели социально-экономического развития столицы губернии. Самара вышла на первое место в Приволжском федеральном округе по объемам строительства и сдачи жилья. В течение 3 лет, начиная с 2014 года, Дмитрий Азаров представлял интересы нашего региона в Совете Федерации. А в 2017-м указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Самарского региона. Уже через год по итогам всенародного голосования стал губернатором Самарской области. Дмитрия Азарова называют политиком новой формации, способным объединить самых разных людей для решения проблем региона. Коллектив «Лада Медиа» желает Дмитрию Игоревичу крепкого здоровья, успехов, реализации намеченных планов на благо нашего родного региона и всей страны. 100 дней в должности главы Тольятти. Николай Ренц поделился личными впечатлениями о работе. Главной проблемой градоначальник назвал несоответствие обязанностей и возможностей, прежде всего финансовых. Я от этого, честно говоря, испытываю серьезные такие эмоциональные переживания, не скрою. С этим надо как-то мириться, а с этим мириться сложно. Потому что и это надо делать, и это надо делать, и это правильно, и это правильно. И на все денег нет. В некоторых случаях выбор приоритет даже невозможен. Поскольку между этим, той или иной проблемой, абсолютно знак равенства. Приятным открытием на новом месте для Николая Ренца стало отношение сотрудников к работе. Добросовестно, творчески и небюрократически. Так описал стиль подчиненных глава города. Там, где бумаг и формальности еще превосходят запросы людей, пообещал исправить ситуацию. А также заверил, что не будет терять бодрости духа и активности в отстаивании интересов Тольятти. А в этой работе от эмоционального выгорания тут всегда надо находить что-то, что окрыляет, что радует, что вдохновляет. В водоемах Тольятти выявили превышение ПДК вредных веществ. Об этом сообщила руководитель гидрометеообсерватории Надежда Карпасова. Превышение ПДК были зафиксированы в районе водозабора. Он ВДК 5,1,4 ПДК, по азоту нитритному достигла 1 ПДК, по цинку и фенолу 1,2 ПДК. Марганца 3 ПДК была зафиксирована в районе водозабора. Ниже выпуска сточных вод промузла была превышена концентрация азота нитритного, соединения меди и марганца. На акватории Комсомольского района зашкаливало содержание трудно и легко окисляемых органических веществ и фенолов. Тем не менее, причиной гибели рыбы специалисты называют не загрязнение воды, а недостаток кислорода. Этой версии придерживаются научные сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН и Управления Росрыболовства. Началась аномальная такая жаркая погода. Большинство водоемов Самарской области прогрелись на 2-3,5 градуса выше среднемноголетних значений и отмечалось цветение воды в замкнутых водоемах. В районе водозабора количество сине-зеленых водорослей составило 94% от общей численности фитопланктона. В створе ниже сброса сточных вод поселок Приморский 90% от общей численности. Комсомольский район побил все рекорды. Здесь и левый, и правый берег. В пробах фитопланктона 98% было достигнуто численность сине-зеленых водорослей. Средневолжское управление Росрыболовства ведет административное расследование по факту гибели рыбы в Тольятти и Самаре. Наша телекомпания подготовила спецрепортаж на эту тему. Смотрите на канале «Тольятти-24» и в АСТВЧ вечером во вторник, 10 августа. О других заметных событиях города и региона далее в нашем коротком обзоре за одну минуту. В микрорайоне Шлюзовой приступили к демонтажу аварийного ограждения на стадионе «Дружба», представляющего опасность для жителей микрорайона. По словам подрядчика, работы будут выполнены в течение недели.
культурном центре «Автоград» открыт набор детей и взрослых в творческие коллективы. Среди них архитектурная, цирковая, театральные студии, вокальные и танцевальные ансамбли. Прием заявок продлится до 25 августа. В социальных сетях активно обсуждают видео из Самары. Там на одном из пляжей увидели плавающую косулю. Она добралась до берега и тут же убежала от людей. Косули тоже жарко, пишут в комментариях пользователи. И к другим темам. На днях в тольяттинских пабликах было размещено объявление о пропаже собаки. И, казалось бы, таких объявлений много и зачастую собак находят. И в этом случае домашнего питомца нашли. Только в ветеринарной клинике, где животное было в крайне тяжелом состоянии. Собаку украли и нанесли ей увечья. Теперь на жителя Тольятти, совершившего злодеяние, завели уголовное дело. Моя коллега Маргарита Данишевская встретилась с хозяйкой пострадавшей собаки. Подробности далее. В Тольятти тойотерьера избили до полусмерти и выбросили в мусоропровод. Именно под такими заголовками можно было найти статьи в тольяттинских пабликах. Грустная история началась 30 июля. Тогда отец Динары, хозяйки собаки, отправился гулять с питомцем, но спустя время обнаружил пропажу. Отец рассказал об этом Динаре, и та, в свою очередь, выставила объявление о пропаже в социальных сетях. И вот чем закончилась эта история. У нас сразу собака с ошейником. Если бы нормальный человек, адекватный, нашел бы, он бы посмотрел бы номер телефона, позвонил бы. Там есть адрес, на ошейнике был адрес. Там есть адрес и номер телефона. Я выложила объявление, и на следующий день, утром 1 августа, то есть собаки не было дома весь день 31 июля, и 1 августа под одним постом женщина мне скинула фотографию графа и написала: «Это ваш?» Я сразу же узнала нашу собаку и написала: «Да, это наш». Когда мы приехали туда, я спросила у администратора, что вообще случилось. И когда она мне сказала, что собаку избили и выкинули в мусоропровод с 5-го этажа, я просто потеряла дар речи. Графа спасли свидетели происходящего, которые находились в момент этих злодеяний на улице. Они слышали визги собаки и плач ребенка. Позже увидели и питомца, который пролетел в мусоропроводе с 5-го этажа и уже не двигался. Собаку подобрали и отвезли в ветклинику. Сейчас граф находится дома, но продолжает лечение. Динара говорит, что люди присылают деньги и постоянно интересуются состоянием собаки. Малыш, сколько тебе пришлось пережить? Слава богу, собака жива. Хорошо, что вы рядом. Скажите, помогают ли вам сейчас люди и вообще требуется ли какая-то помощь? Да, люди вообще просто молодцы. Я вообще не ожидала такого. Мы даже не открывали сбор, люди сами писали. Да? Ну что теперь с ним, с этим человеком? С человеком возбудили уголовное дело. Сейчас я должна в ближайшее время получить постановление. Я надеюсь, что его накажут. Мы связались с начальником отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области Сергеем Гольштейном. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена информация о том, что в городе Тольятти мужчина жестоко обращается с животными. Сотрудник полиции был установлен, данный мужчина, о котором шла речь в публикации, был доставлен в отдел полиции и была проведена проверка. Мужчина пояснил, что когда он гулял на улице со своей собакой, к нему, как он сказал, привязалась сторонняя собака, которая зашла с ним в квартиру и укусила его супругу. Мужчина пояснил, что после этого он избил собаку и выбросил ее в мусоропровод. В отношении данного мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животными. Соседи Динары знают их семью, и все в восторге от собаки. Хорошая собака, все их любят, весь дом ее любит. Ласковая, прибегает домой, на диван, нас за стол, конфет кушает. Мы его тут так все обожали, он у нас такой самостоятельный парень был. Все в шоке. Теперь графу предстоит пройти процедуру МРТ из-за черепно-мозговой травмы и операцию по удалению зуба. Маргарита Данишевская, Александр Батраев. Новости Тольятти. А теперь к другим не менее важным темам.
Без предварительной записи, с собой лишь документ, удостоверяющий личность и СНИЛС. В этот торговый центр в Самаре на вакцинацию приходит около 100 человек в день. Заметена такая тенденция, что сейчас среди молодого поколения тяжело проходит заболеваемость. И я решила сделать прививку, гуляя по торговому центру. Это как раз-таки удобно. Вот на первом этаже я пришла и решила вакцинироваться. Статистика неутешительная. Число заболевших растет, причем коронавирус стал гораздо заразнее. Симптомы развиваются быстрее и болеют им люди тяжелее. Прививка спасает. Вакцинируется большее количество людей в торговом центре, так как здесь удобно. Зашел в магазин, зашел, провакцинировался. Люди, которые провакцинированы, у них не бывает осложнений, то есть они проходят это в легкой степени. А те, кто не провакцинированы, они более в тяжелой степени это переносят. Вакцинация – самый надежный способ обезопасить себя от осложнений во время болезни. Однако необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Эти уже знакомые меры профилактики также оберегают от инфекции. Юрий Соколов, новости Тольятти. Супермаркет натуральных продуктов с честным составом. В Тольятти открылись магазины популярной сети здорового питания «Вкусвилл». Моя коллега Юлия Владимирская отправилась за покупками и узнала, почему этот супермаркет не похож на другие. Вкус и качество, лояльность клиенту, натуральные составы и короткие сроки годности. Магазины продуктов здорового питания «Вкусвилл» завоевали миллионы сердец по всей России. Сегодня эта сеть насчитывает более 1300 точек в нашей стране и две в Голландии. А теперь популярные супермаркеты появились и в Тольятти. Один из них открылся в торговом центре «Русь на Волге». Чем мне нравится именно «Вкусвилл», потому что продукт из натурального качества. И был очень удивлен, когда сейчас здесь увидел, что открылся магазин. Поэтому вот пришли за покупками. Ассортимент приятно удивляет. Сочные фрукты и свежие овощи, сыры различных сортов, протеиновое мороженое без сахара, великолепные десерты и качественные полуфабрикаты. Только в нашей сети весь наш товар проходит 3 степени проверки. Первая – это наши технологи, которые тщательно проверяют на состав и качество. Вторая – это наши склады. И третья – это магазины. Наше молоко настоящее. Чем это можно подкрепить, так как оно киснет? Срок годности 5 суток. Также в нашем ассортименте можно встретить дикую рыбу, которая имеет только 5% глазури, 5% льда, которая росла в естественной среде, без антибиотиков, без сальмонеллы. В магазинах «Вкусвилл» соблюдаются все необходимые меры, чтобы сделать ваши покупки безопасными. Покупателям всегда доступны перчатки, маски, санитайзер. Регулярно проводится дезинфекция в помещении. Также через мобильное приложение или сайт можно заказать бесплатную доставку. Минимальной суммы заказа нет. Ваши продукты соберут за 2 часа и доставят вам в руки. Отличная новость для жителей Тольятти от сети клиник «Нева». В рамках программы оказания высокотехнологической медицинской помощи жителям России будет организована консультация пациентов с целью их отбора на оперативное лечение в Санкт-Петербурге по квоте. Приезжает специалист, врач-онколог-хирург Денис Александрович Зинкевич. Основное направление – хирургическое лечение опухоли брюшной полости. Дата и место – 13 августа 2021 года в клинике «Нева» по адресу улица 40 лет Победы, 19А. Приемы будут осуществляться по предварительной записи. Записаться можно онлайн через личные сообщения или по телефону 8 800 222 0303. И о спортивных событиях. Тяжесть в ногах, сосудистая сетка. Избавление от варикоза нижних конечностей в клинике «Варикоза нет». Звоните 55 55 95. Дарья Касаткина проиграла в финале турнира в Сан-Хосе. Тольяттинская теннисистка проиграла представительнице США Даниэль Роуз Коллинз в финальном матче турнира в американском Сан-Хосе со счетом 3-6, 7-6, 1-6. Олимпиада в Токио теперь история. В эту историю вошли выступления представителей Самарской области. Ольга Фомина и Анастасия Лагина стали серебряными призерами игр в гандбольном турнире. Пятое место в соревнованиях одиночек-академистов-гребцов занял Александр Вязовкин. Пятой была и пловчиха Анастасия Гуженкова, которая выступила в финале эстафетного заплыва 4 по 200 метров вольным стилем. Шестое место в финале прыжков на батуте занял Андрей Юдин. Воспитанница Тольяттинской школы фехтования Анна Башта, которая выступила в Токио в составе сборной Азербайджана, уступила россиянке Ольге Никитиной в 1/8 финала саблисток.
И о погоде спонсор рубрики «Салон штор Аллегра». Компания «Аллегра». Весь август шьем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин-склад на Автозаводском рынке. «Аллегра». Уют вашего дома. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте tvtolyatti24.ru. Наведите прямо сейчас камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране, и сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Смотреть наши программы также можно в бесплатном приложении Тольятти24. Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами был Иван Шумилин. Всего самого доброго и хороших вам новостей.